Друзья, всем привет! Меня зовут Никита, и сегодня у нас гайд по лошадкам. Вообще, мы начинаем серию гайдов, которая будет состоять из 5 штук. Мы пройдемся по всем животным, которые доступны в 19-й ферме. Посмотрим, для чего они нужны, какой профит с них можно иметь и что нужно для их ухода. И сегодня, друзья, мы начнем с лошадок, потому что это, скажем так, новые животные, которых не было в 17-й ферме, и появились они только в 19-й. Соответственно, что нам нужно для того, чтобы иметь лошадок? Если же вы играете на какой-либо модовой карте, там уже может быть загон для лошадей. Я же вот сейчас все записываю на стандартной карте, поэтому загон для лошадей нам нужно купить. Загоны для лошадей находятся в статичных объектах, загон для скота. Изначально по дефолту у нас доступно два загона, один за 50 тысяч, один за 95, соответственно, вмещают они в себя 8 или 16 лошадок. Если же вы покопаетесь по интернету, там есть много модов, которые вот, например, на 25 лошадок у нас доступен модовый загон. Я думаю, есть побольше, я их не искал, я этим не сильно увлекаюсь. Соответственно, давайте поставим загончик за 95 тысяч на 16 лошадок. Его можно поставить, в принципе, в любое место, как вам нравится. Пихнем его вот сюда. После того, как у нас появился загон для лошадей, нам нужно где-то взять этих самых лошадей. Обычно на картах доступны перекупщики животных, например, вот такие вот. Поэтому мы можем съездить туда и купить там лошадей, их перевести, их, соответственно, в наш загон. Для этого нам понадобится прицеп специальный для лошадок, который находится в группе «Гужевой транспорт». По дефолту он у нас стоит один-единственный вот такой за 16 тысяч, который вмещает в себя две лошади. На просторах интернета можно найти, которые перевозят и побольше модовые прицепчики. Но мы этого делать не будем, и мы просто их купим прямо здесь. Можно подойти, нажать кнопочку R или стик на геймпаде, если вы играете на геймпаде, и мы попадаем в вот такое меню перекупщика животных. Соответственно, у нас здесь доступно 8 пород лошадей. Лошади у нас не размножаются, поэтому это просто для красоты. Соответственно, мы возьмем по 2 каждый, просто так, я не знаю зачем, просто по 2 штучки каждый. Итого 16 штук мы заказали. Стоят лошадки по 5000, но и так как мы их везем не сами, то за перегон техники, точнее за перегон лошадок, мы тоже платим денежку. 4800 у нас берут за все это дело. Нажимаем, соответственно, подтвердить, и вот они, наши прекрасные лошадки всех разных пород. Лошадкам можно давать клички, какие вы захотите абсолютно. По умолчанию они идут разные, но их можно переименовывать, если вы на этом загоняетесь. Например, там, не знаю, фанаты Redemption 2 очень часто имеют лошадку по кличке Гарвиль. Соответственно, друзья, какой же у нас профит от лошадок? Лошадки у нас не размножаются, не дают нам никаких полезностей, разве что. Но их можно тренировать, и они, соответственно, из-за этого растут в цене. То есть мы покупали их по 5000, за неделю мы их можем натренировать так, чтобы они стоили по 50 тысяч. Соответственно, прибыль можете посчитать сами. Но, друзья, для того, чтобы они увеличились в цене, нам нужно о них заботиться. Что нам нужно для лошадок? Зайдя в меню справки о лошадках, мы видим, чем лошадь здоровее, чище, сильнее, тем она выше ценится. Каждый день их нужно выводить на прогулку, чтобы поддерживать в форме, чтобы лошади оставались здоровы, им нужна чистая соломенная постилка, вода и корм. Периодически чистите их щеткой и мойте, обеспечивайте их смесью следующих кормов. Для лучшего результата используйте их все. Овес 60% и сено 40%. Соответственно, друзья, все это дело для их корма можно купить в магазине. В разделе объекты у нас есть большие мешки, где мы можем купить большую сумку с овсом на 1000 литров за 1400, но я вам скажу, ценник это очень дорогой. Также мы можем здесь купить и квадратный тюк сена без проблем, и круглый тюк, кстати, тоже можно купить. Они спокойно их будут жрать, и все у них будет замечательно. Но лучшим способом является выращивать овес, потому что это дешевле и, наверное, интереснее для игры. Соответственно, для того, чтобы собрать овес, нам нужен комбайн и какой-нибудь трактор или грузовик с прицепом. У меня сейчас здесь есть вот такой замечательный New Holland, поэтому давайте мы поставим его в работу. Ставим работника, и он у нас работает. Что замечательно в овсе, это то, что у нас на выходе есть еще и соломка. Соломку тоже можно купить в виде тюков, но в виде тюков она не принимается. Есть, конечно, способ раздробить это все дело в мешалке. Точнее, не в мешалке, а в дробилке. Вот сюда мы загоняем тюк, и он потом вылазит в виде обычной соломы. Но зачем нам это, если мы можем просто все это дело сами собрать? Поэтому берем нашу какую-нибудь хреновину с прицепом, в данном случае у нас есть ман, заводим его и едем к нашему комбайну, чтобы взять оттуда немножко овса и уже засыпать нашим лошадкам.
Соответственно, на первое время 4000 литров, я думаю, им вполне хватит. Мы подъезжаем к их кормушке и сюда вот так вот просто им выгружаем все это дело. Соответственно, в меню животных мы видим, что у них прибавилось корма. Разумеется, чем больше животных, тем больше у них потребность, и на этих 4 тоннах мы далеко не уедем, но на данный момент хватит. Соответственно, отгоняем этот прицеп пока что в сторону. И берем наш трактор с вот таким фуражным прицепом. Этот прицеп хорош тем, что он подбирает с земли солому, травку и так далее. И, соответственно, с помощью него мы сейчас можем подобрать немножко соломки и высыпать это все дело лошадкам на подстилку. Соломки, друзья, как вы видите, выходит намного больше, чем овса. Поэтому овса нужно больше, солома с него каждый раз нам не потребуется. 12 тысяч мы собирали сейчас за одну проходку, и сейчас мы поедем и им это дело тоже высыпем сюда. Глушим этот трактор, пока он нам не понадобится. И видим мы, что у них все это дело забито полностью. Так что в соломе мы особо не нуждаемся, остальное можете продать или остальным животным ее пустить, потому что солома нужна всем. Солома у них есть, пожрать у них есть, теперь им нужно что попить. Для этого нам понадобится какая-нибудь такая бочка для перевозки жидкостей. Бочки эти находятся в разделе «Животные». Есть у нас маленькая вот такая на 7300 литров и есть чуть-чуть побольше. Я, разумеется, для гайда взял чуть-чуть побольше, но можете взять и те. Соответственно, где нам набрать воду? На данной карте есть, например, вот здесь вот такое озеро, поэтому воду можем набрать там. Если вам впадло туда кататься, то вы можете построить колодец. В разделе «Прочие статичные объектах» есть вот такая водонапорная вышка, которую вы можете всунуть в любое место на вашей карте. Поставим ее, например, туда и, в принципе, поехали, там и наберем эту бочку. Соответственно, после того, как бочка набрана, мы можем взять и отвезти всю эту воду нашим лошадкам. Соответственно, выгружаем ее всю здесь, глушим двигатель и, заходя в меню животных, видим, как она наполняется. Воды нужно немного, поэтому маленькой бочки вам вполне хватит. И, в принципе, на этом лошади ваши уже будут нормально существовать. У нас пока заканчивается уборка комбайна, можно поехать и высыпать оставшийся овес, который им собрался, им в кормушку. I'll put your ass underneath ground. I'll bury you 6 feet deep now. And you better stay down. Get the hell out of my way now. It doesn't matter what you say now. I'm gonna take hold of fate now. I'm the type of dude who will not remain nameless. I'm the type of dude who is headed for greatness. I'm the type of dude who could really make changes. Cause I'm the type of dude. То, что у нас получилось мало овса, не обращайте внимания. Поле маленькое, оно просто засеяно, не удобрено ни разу, ни извести, сорняки. Возможно, и пахать его надо было. В общем-то, сделано это было просто, чтобы вам это все дело показать. Ну и далее, как мы видели, наши лошадки также любят жрать сено. Я вообще лично предпочитаю, чтобы у меня было именно отдельное поле с травой, а не косить вокруг полей траву, хотя можно косить и ее. Но я же предпочитаю, чтобы у меня было именно поле с травкой отдельное, которое мы сейчас покосим. Что нам, соответственно, для этого понадобится? Нам для этого понадобится косилка, желательно спаренная вот такая вот из двух. Нам понадобится сено-ворошилка, можно это все дело прицепить на один трактор, если использовать вот такую систему. И далее нам понадобится еще и валковая жатка, для того, чтобы удобнее потом было собирать это сено. Далее его можно возить вот таким вот как раз прицепом с подборщиком, он без проблем будет с этим справляться. Но если речь идет о лошадках, то я же предпочитаю все это дело тюковать, потому что тюки удобнее хранить, ежели кучу с сеном просто. Поэтому мы будем использовать тюковщик, ну и для перевозки тюков используем вот такой вот прицеп. Прицепов для тюков на просторе интернета великое множество, есть с автоподбором, может быть уже есть, а если их нету, то обязательно в скором появятся прицепы на 100-500 тюков, которые в себя вмещают такие читерские. Ну, в общем-то, давайте займемся пока что этим полем. Для начала возьмем сеноворошилку, сенокосилку и поставим это в работу на нашем поле. Топовую сеноворошилку здесь брать смысла не имеет. Я взял, которая чуть шире, чем газонокосилка, то есть там 8 с копейками метров это все дело у нас
работает. Соответственно, травка косится и сразу же переделывается в сено. А и на работнике все это делается довольно-таки не очень хорошо, поэтому давайте-ка мы уберем работника и запустим все это дело работать просто тупо на курсплее. Поставим 8,3 метра под размер нашей сенокосилки и работать поставим вот отсюда с ближайшей точки. В общем-то, пускай работают. Нормально. Ну а мы пока возьмем валковую жатку, и ее можно поставить работать и на работнике, он будет хорошо справляться, но для того, чтобы потом поставить на курсплей тюковщика, мы поставим на курсплей и валковую жатку. Поэтому запускаем это все дело, и он пойдет работать. Как я уже говорил, мы можем взять и обычный прицеп с подборщиком и просто поехать и собрать то, что у нас здесь получилось. Можно это даже и на курсплее сделать, кстати, без проблем. Но, друзья, сено хранить в сыпучем виде не представляется удобным. Если у вас есть сарай, то пожалуйста. Но, скажем так, сейчас у нас сарая здесь нету. Соответственно, точно так же мы можем подъехать сюда и высыпать им сено. Соответственно, мы видим, что мы собрали совсем чуть-чуть этого самого сена, и здесь уже, ну скажем так, наполнилось. Поэтому имеет смысл все это дело затюковать. Для этого мы и берем наш квадратный тюковщик, выставляем его просто на поле, копируем ему маршрут с Нью-Холланда, который сейчас занимается у нас волкованием этого всего дела, и с ближайшей точки мы его запускаем. И все, он в принципе без нас сделает нам все тюки. Соответственно, после того, как у нас начали производиться тюки, мы берем трактор с подборщиком и едем их собирать. Соответственно, пока что нам хватит и двух, тюки мы сюда выгружаем точно так же, как и солому в сыпучем виде. Просто разгружаем все это дело. И все, они исчезают и появляются у нас в менюшке с нашими животными. Соответственно, еда у них есть, вода у них есть, солома у них есть. И теперь же для того, чтобы повысить им цену, нужно их выгуливать. Наш трактор вот этот мы пока что отгоним в сторону. Мы можем подойти к абсолютно любой лошади и сесть на нее точно так же, как и на любой транспорт. Соответственно, можем мы выйти из загона и поехать просто на ней покататься, куда глаза глядят. Соответственно, после прогулки мы ее здесь и оставляем в загоне. Сверху вот вы видите, что мы погуляли минуту 20 и прогуляли ее на 26%. Соответственно, в меню мы сейчас видим, что вот этого единого мы выгулили, но выгулили на 26%. Но у него убавилась чистота. 86% она теперь стала. И теперь, когда мы его находим в стойле, у нас появляется меню его еще и почистить. Нажимаем кнопку мыши и видим, что чистота у него стала 100%. Ну и соответственно, друзья, вы представляете, сколько времени и насколько интересно уйдет выгулить этих всех лошадей на 100%. Если же вы истинный фанат фермы и вам не хрен делать, вы, конечно, можете покататься на всех этих лошадках. Для меня же это, честно говоря, не очень интересно. Поэтому в природе существует специальный мод, который называется Horse Helper. Этот мод делает так, что в 11 часов вечера все наши лошадки выгулены на 100%. Если же вы лошадок не выгуливаете и у вас нету этого мода, то их ценник, соответственно, будет падать. Соответственно, друзья, проматываем время. Некоторые из наших лошадок уже легли поспать. 11 часов вечера у нас. И с этим модом мы видим, что они все выгулены на 100%. По корму мы видим, что жрут они не то чтобы прям очень много. Соломка у них расходуется, вода у нас не расходуется, потому что вот эта бочка здесь стоит и из нее постоянно пополняется это все дело. Видите, 23 500 в ней осталось.
Соответственно, мы еще дальше мотаем время, и у нас теперь новый день. Мы видим, что наши лошадки немножко прибавили в своем здоровье, 14% у них стало. Точнее, это не здоровье, а сила, я так понимаю. Соответственно, они все здоровы, все чистенькие, и ценники уже у них не 2900, а 7900. А покупали мы их, по сути дела, за 5000 каждую. Соответственно, пройдет еще день. Если у них будет хватать жрачки и воды, ну и соломы, соответственно, то они еще вырастут, и так до 50 тысяч местной валюты, в зависимости от того, что у вас стоит в настройках. Соответственно, друзья, на этом у нас все. По поводу лошадей я вам все рассказал. Кому пригодилась эта информация, ставим лосик. Кому не пригодилась, все равно можете поставить лосик, мне будет приятно. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу всего этого дерьма. С вами был Никита Дилей, всем всего доброго, пока-пока.